А сейчас мы видим, у нас схватка будет. Это, по-моему, полуфинал у нас уже. Богданов Адам и Саидов Эльдар. Гаджира против Агат. Оба спортсмена пока выбрали выжидательную тактику. Идет борьба за захваты. Вот всегда, борясь с Эльдаром, нужно помнить про свои ноги. Видно, Эльдар находится в очень хорошей форме. Низкая стойка у Адама, он держит максимально. Вот сейчас Эльдар, у Эльдара уже появляется возможность работать с ногами соперника. В схватках с такими ребятами, как Эльдар Саидов, нужно стараться всегда держать свой таз как можно дальше от партнера. Вообще не позволять сопернику центр тяжести заносить между бедер. Иначе ребята, которые так круто делают ноги, всегда будут атаковать. Эльдар у нас работает с позиции снизу, работает из гарда. И он также себя абсолютно комфортно чувствует. Опять дип хабгард у нас. Неплохо работает Адам, пока сохраняет позицию. Сейчас будет искать Яну Мукимуру на левую руку. Ну, свип доделывает Эльдар Саидов. Вот, и остается в позиции дабл андер. Очень плотно работает Эльдар Саидов. Вот, овер-андер проход. Я думаю, сейчас нас ждет очередной рычаг колена. Да, очень быстро, очень здорово выполняет этот прием Эльдар. Уже вторая подряд победа, причем над достаточно сильными соперниками. Вот, видимо, это новая наработка Эльдара. Потому что раньше я не помню, чтобы он часто проводил этот прием. Очень здорово, очень эффектно смотрится и эффективно. Да, Эльдар Саидов у нас выходит в финал абсолютки. Вот, а имя его соперника мы узнаем буквально спустя несколько минут.